Второй момент. Если вы живете в отдельной квартире, это уже чуть-чуть легче. Если живете с родителями, проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Если вы живете в квартире со своими родителями, которые в 70% случаях будут 24 часа в сутки слушать телевизор, вопросы есть какие-то? Володь, уже не поможет никакие. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого родители смотрят телевизор. Можно было не поднимать. Хорошо, поднимите руки, у кого родители не смотрят телевизор. Ну, нас много, но мы сильные, да? Друзья, это, к сожалению, попытайтесь им объяснить. В противном случае, если вы живете в таком информационном пространстве, те, кто из вас был на прошлой лекции, где я говорил, насколько энергия в семье или в доме влияет на принятие решений человеком. К сожалению, пока констатирую факт, вы живете не в идеалистических условиях. И, пожалуйста, если возможно, прикладывайте усилия к тому, чтобы их изменить. Это все возможно, доступно. Я не говорю вам брать кредит, покупать себе дом там или еще что-либо. Поверьте, если вы поставите себе определенные идеалистические цели, через некоторое время у вас все проявится должным образом. В это можете не верить, как угодно к этому отнеситесь. Но я вас уверяю, если вы будете искренне относиться к миру вокруг, такая же искренность будет и у мира по отношению к вам. Понимаете? Понимаете?